Автомобиль Volkswagen вам принадлежит? Да, я его купил в Донецке. Ну, через интернет позвонил, нашел, встретились, проверили документы, посмотрели по паспорту, написал расписку. Ну, хозяин, который сказал, что доверенность просрочена и будет чуть попозже. Человек уехал в Россию на Байкал отдыхать. Вот. Ну и потом где-то через неделю я набирал, он уже был не на связи. То есть сейчас этого человека найти нереально, да? В момент покупки услуг... Да, я вот сейчас буквально час назад набирал его телефон, уже без... В момент покупки услугами, то есть эксперта не пользовались, да? Нет, к сожалению, нет. Не пользовался. Я заехал в ГАИ, попросил, чтобы мне его проверили по базе данных. Да, ну как, техпаспорт дал, посмотрели на него, сказали, да, все нормально. Есть такая машина, катайтесь. И на этом все. И езжу вот уже сколько я уже? Месяца два, наверное, на ней езжу. Периодически ломается, что-то делаю, подправляю. Вот резину поменял, новую поставил. В салоне повыгребал, подтянули тут, подрегулировали. Газ другой поставили. Ну, в общем, много чего такого, чего. Ну, впредь, я думаю, следующая покупка автомобиля будет уже по всем... В ближайший раз проверять, наверное. По всем правилам и как оно должно быть, да? По правилам, да, ее снять бы с учета и уже снятую с учета покупать. Ну, денег вот хватило, и так, блин, 2 года собирал на эту машину. Денег хватило только на такую.